На сайте шиншилки заказали такие кусачки для наших собачек. У нас и большие, и маленькие собачки, потому мы взяли такие большие кусачки. Они будут более универсальные, чем маленькие. Ручка вроде бы 16 сантиметров или 16,5. Сейчас будем пробовать, тестировать, как они в работе. На упаковке указано, что они безопасны в эксплуатации с предохранительным устройством. Вот оно, устройство предохранительное. Лапчик, ты водичку пьешь, да? С регулируемым ограничителем для предотвращения срезания слишком большой части когтя. Вот она. То есть вы можете ее убирать, а можете оставлять на месте. Если видно, как она регулируется. Что-то нету у нас четкости почему-то. Вот есть. На вид они очень острые. Из нержавеющей стали. Далее указано. Да, кстати, нержавеющая сталь. Пластиковые ручки с противоскользящим резиновым покрытием. Изготовлены в Германии. Ну что, будем смотреть нашу пациентку. Ляпусик. Ляпусик, на. Мы процедуру эту не любим. Потому нам надо слегка перекус для успокоения нервов. Да? Дай лапочку нам. Дай ляпочку. Красиво лапочка. Сейчас сделаем ногтики тебе красивее, правда? Подстрижем. Да? Вот тут у нас длинные ногтики. Ты не дашь? Ну дай. Ты жадина. Дай. Дай ногтик. Так, выставляем наш ограничитель. Шерстку убираем. Хоп. О, как классно. Ляпчик быстренько как. Правда? Все, тут еще у нас ногтик. Покажи нам ногтик. Ногтик. Оп. Три как быстро. Все, тут у нас есть еще. Держим под углом. Правильно, не в противоположную сторону. Все тут. Хоп. Все. Все. На тебе поощрение. Поощрение нашей собаки за причиненные неудобства. Да? Да? Остальные ногтики мы пострижем потом с тобой наедине. Без оператора.